Сегодня в английской гимназии прошли образовательные пасхальные ученические чтения. В этом году они впервые получили статус областных. 50 школьников от 10 до 16 лет из Магадана и поселка Палатка подготовили доклады о том, что им близко в религии. С темой об иконе «Складень», то есть складной форме изображения, выступила девятиклассница 24-й гимназии Анна Атюшева. В одном из эпизодов фильма «Любовь и голуби» фигурирует такая икона. В докладе девушка рассказала о духовности фильмов прошлого века. Мы доказали, что на самом деле общество продолжало верить в Бога. И также мы доказали, что фильмы были довольно высокодуховные, так как сегодня именно Бога не хватает в современных фильмах. По словам организаторов, пасхальные чтения позволяют школьникам понять религию. Сегодня из 50 докладов половину отметили как глубокие философские исследования. Большая часть из них – английской гимназии.